взять фасад. Перед вами зрелый мужчина. Он в отличной физической форме и преподает литературу весьма привлекательным девушкам. Иногда он приводит одну из них к себе домой, чтобы поучиться у нее любви. Надя. Надя? Лидия. Лидия? Эмма? Эмма? Что, если мы вернемся к разговору об этой... Барбаре. Да, ее зовут Барбара. Ты бегаешь за той студенткой? Я мать Барбары, хочу с вами поговорить. Приятно познакомиться. Чего ей от вас надо? Может, они нашли тело девушки? Вы начитались детективов. Уверен, все случилось именно здесь, в кампусе. Что с тобой, Марк? Ничего. Вы же сердцеед, Дон Жуан. Они на вас летят, как бабочки. Перестаньте, Анна. Они? Ты от меня все дальше. Меня бьет током, стоит им ко мне прикоснуться. Я вас смущаю? Нечего за меня волноваться. Ты моя сестра, я тебя люблю, и точка. Я тут ни при чем. Как научить эти юные создания подбирать слова, писать музыку фраз, создавать ритм и воплощать идею обновления? Секунду, чего вы хотите? Любовь – это идеальное преступление. Я ничего не знаю об этом.